Погрузиться в атмосферу настоящего праздника и разукрасить себя во всевозможные цвета радуги легко. Один из самых красочных фестивалей в мире, чьей родиной является Индия, посетили десятки юных мытищенцев из Пироговского. Самая зрелищная часть – обсыпание прохожих разноцветными красками. Центр культуры Подмосковья совместно с компанией «Море красок» организовывает самый молодежный фестиваль. Дети скидывают вверх эти краски, когда они все чумазые, все такие разноцветные. Это, конечно, заряжает энергией, энергией лета, энергией красок, вот этого тепла. Остаться в стороне практически невозможно. Организаторы постарались и подготовили для участников праздника еще и танцевально-развлекательную программу. Браво! Ну, слушайте, классно. Мы готовы, я думаю, зарядиться энергией. Скажите, вы готовы? Беззаботно посостязаться в шуточной битве забрасывания красками со своими детьми пришли даже взрослые. Танцы и конкурсы под зажигательную музыку – вот что по-настоящему сближает мытищенцев. Мы живем неподалеку и случайно узнала о фестивале. Замечательный праздник для детей и для взрослых. А что еще может быть лучше, чем потусоваться, да, в летний день? Мы веселимся, танцуем, гуляем. Очень весело, здорово и круто, вот. Очень ярко, да. Побывать на празднике красок значит испытать незабываемые ощущения и восторг. Такие мероприятия оставляют не только яркие краски на одежде, но и самые яркие воспоминания. Анна Смирнова, Петр Дедковский, Первый Мытищинский.